Виктор Максимук решился на персональную выставку по случаю своего 60-летия. Здесь картины с живописными пейзажами, чеканка, но больше всего деревянных изделий. Многие из них функциональны, к примеру, настенные часы, а также лампы и бра. В этом углу представлено несколько светильников, которые сделаны из натурального, так сказать, природного материала, дерева и камень. Вот здесь камень из Крыма привезен, а это нарост, обыкновенный нарост, который на дереве. Вот. Ну, зеркальце маленькое, туалетное. Это просто подсвечнички. Вот тут многие спрашивают, я их склеивал, эти вещи или нет. Это все выточено просто из одного бруса дерева. Виктор говорит, природа сама подсказывает ему идеи. Я просто нахожу там какой-то пень, деревяшку. Вот. И она сама уже мне подсказывает, что из нее можно сделать. Ну вот, допустим, в углу женский торс стоит. Вот на улице Дзержинского пилили деревья. Вот я буквально этот пень из машины увидел. Вот. Просто перевернул его, немножко там доделал талию, так скажем, всю. Сын Виктора пришел поддержать отца. На открытии выставки он создавал посетителям настроение с помощью скрипки. Хобби отца Данил одобряет и всячески поддерживает. Помогал ему с большинством работ. Ну да, там шлифовал, красил, покрывал краской, там лаком. Увидеть выставку можно в областном краеведческом музее до 4 апреля. Евгения Маловик, Сергей Чалый, ТВ5.